Кому? Ему. Anche lui gioca a pallone. Предыдущих матчах казанские футболисты на эту игру вышли в статусе безоговорочного фаворита. Его они в итоге смогли трансформировать в результат. Судьба встречи фактически была решена еще в первом тайме. После чудо-гола ворота «Зенита» в прошлом туре Денис Макаров продолжил творить красоту и в этой игре, забив великолепным дальним ударом на 30-й минуте. Еще через 12 минут голом отличился Хмича Кварацхелия. Окончательный же счет в середине второго тайма установил Илья Самушников, которому ассистировал все тот же Макаров, ставший лучшим игроком матча. 3-0 «Рубин». Ну, 100% всегда нельзя быть довольным, но в целом считаю, что доминировали, очень качественно играли, с большим преимуществом. Что ли? И закономерно выиграли. Кому? Никита Джокер Кальч. Принимала Сандорию в 27-м туре итальянской серии А. Первая половина подарила телезрителям... Баста, Уфени.